создан. Советского Союза нет, Россия никому не угрожает, как мы видим, НАТО только разрастается и все время приближается к нашим границам. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки причины создания антироссийских военных блоков лежат вовсе не в плоскости агрессивности или миролюбия нашей страны, а в агрессивности тех стран, которые постоянно из Европы осуществляют военные нашествия в нашу сторону. Поэтому говорить об утопизме Сталина, ну, мне кажется, это настолько не имеет ничего общего с действительностью, что просто вызывает у меня уважение. И последние два слова о строительстве социализма в одной отдельно взятой стране. То есть, когда вы слушаете Сталина, вы должны понимать, что он был плодом марксистской партии, его соратники были марксистами, население Советского Союза было воспитано на марксистских штампах и терминах, и он должен был и вынужден был говорить на марксистском языке. Правда, действия, особенно начиная со второй половины войны, он производил вовсе не марксистские. Это возвращение золотых погон, это ликвидация Коминтерна, восстановление патриаршества и так далее, и так далее, и так далее. Как говорится, ничего себе марксист. Но использовать он должен был именно эту терминологию. Пожалуйста, следующий вопрос. Секундочку, тут весь микрофон был. Николай Викторович, спасибо большое за ваши книги. Значит, у меня, если можно, два вопроса. Первый, может быть, небольшой. Не могли бы вы привести как бы более подробные доказательства именно убийства Сталина и заговора со стороны Черчилля? Это один вопрос. А второй, такой более расширенный, тут уже говорилось про 22 июня. Значит, весьма убедительно во многих местах, во многих отношениях представляются книги Суворова. То есть, почему никто из историков, те факты, на которых опирается сам Суворов, снятие нами проволочных заграждений, огромное количество карт топографических немецкой территории, немецко-русские разговорники и так далее, не опровергнет его на основе тех фактов, на которых он построил свою книгу, свои книги. Полностью против нас. Да, с первой части вопроса. Есть прекрасная книга Юрия Мухина, посвященная убийству Сталина. Есть прекрасная книга Прудниковой. И вот к этим книгам просто нечего дополнить. То есть прочитайте и все. Мне просто было важно понять, откуда растут ноги вот, у хрущевской ненависти к Сталину. Я этот вопрос в книге рассмотрел. И тогда мне стало понятно, что Хрущев либо лично, либо как-то через третьи руки, но точно причастен к убийству Сталина. Просто вот у меня нет ни малейших сомнений. Если, как говорится, мое мнение для вас какой-то определенный авторитет играет, то вот готов авторитет поставить на карту и сказать, что Сталин был точно отравлен. Теперь, что касается вопроса 22 июня и Суворова. Значит, Суворов – кадровый сотрудник военной разведки Советского Союза, убежавший к противнику. Получивший британский паспорт, он сам пишет, за один день. Мы можем с вами считать его независимым, объективным исследователем. Человека, который предал свою родину и убежал геополитическим противником. Но это все равно, что считать объективным генерала Власова. Он тоже перебежал на сторону немцев и, конечно, искренне, абсолютно не заинтересованно был вот сторонним наблюдателем. Конечно, нет. Это человек, который получил определенные авансы от англичан, он отрабатывает их. Отрабатывает своими книгами. Ему дали информацию, ему помогли понять, что произошло, и дали его книгам определенное идеологическое направление. Главная задача Суворова – во всем обвинить Советский Союз. В его похвалах русскому солдату и Сталину есть скрытый смысл. Советский Союз сам готовил войну, которая в итоге привела к большим человеческим жертвам Советского Союза. То есть любимый прием всех преступников – жертву обвинить виноватым в этой войне. Вот о чем идет речь. Делается это очень тонко. Но если вы прочитаете мою книгу «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина», то вопросы, врет Суворов или нет, должны отпасть сами собой. Потому что весь предвоенный период, возьмите его книгу, я не помню, как она называется, где он рассказывает про Испанию, про вот все вот 15-20 лет перед войной, и вы увидите, как он передергивает, как пытается представить, что Сталин виноват в том, в чем он даже никогда не участвовал и виноват точно не был. Отсюда рождается большое количество мифов и большое количество лжи, которые начинают расползаться по книгам. Сталин привел к власти Гитлера, Сталин, значит, в Испании развязал войну. То есть вот все. И получается такой Сталин, который, ну, практически равен Богу в тот период. Ничего подобного. В тот момент Советский Союз был в состоянии не намного лучше, чем нынешняя Российская Федерация. Я имею в виду в 30-е годы. Собственного производства тяжелого вооружения нет,
танков не производят, самолетов не производят, армия живет по канонам гражданской войны, генералы не воевали много-много-много лет. Вот тот стартовый момент, начало 30-х годов. И Сталину удалось, как он говорил, надо за 10 лет нам пробежать большой период, иначе нас сомнут. Вот, к счастью, к 1941 году это сделать удалось. Добрый вечер. Николай Викторович, очень хотелось бы ваше мнение услышать на предмет дальнейшей эволюции денежных отношений. Воллинс-Ноллинс, отрыв денежной массы от золота произошел. Вы говорили об энергетическом рубле. Мое мнение, что в любом случае вы как политик должны представлять шаги к созданию этого рубля. И как вы его видите, как он может сыграть на рынке. Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Значит, что касается энергетического рубля, я тут лавры, как говорится, себе приписывать не хочу. Я был вовсе не первым, кто об этом говорит. Просто идея витает в воздухе. Идея следующая. Уже очевидно, что система, построенная на бесконтрольном печатании денег из воздуха, она себя исчерпала. Вот смотрите, в 91 году Советский Союз был разрушен Горбачевым. Никто нынешней либерально-финансовой мировой системе не мешал. Ну нет противника, да? Мы с вами понимаем, что международный терроризм, которого на самом деле не существует, и который финансируется их же спецслужбами, не является противником сверхдержавы. Ну не надо вам 2-миллионную армию иметь для того, чтобы гонять десяток маджахедов в Афганистане по горам. Правильно? Не нужно. Значит, противника нет, экономика буксует, золотой век не наступает. Наоборот, наступают определенные кризисные моменты. Что это значит? Это значит, что люди, как в Древнем Риме, на Западе перестают работать. Перестает работать сама система. Потому что банкиры знают, что если будут сложности, какое-нибудь начнется очередное смягчение ФРС и начнет выкупать, значит, там акции, впрыскивать деньги. То есть можно сильно не беспокоиться. Самый главный сектор, самый рентабельный, где зарабатываются миллиарды, и миллиарды теряются, банковские, ну там страховой и все настройки вот этого, они знают, что банки центральные их поддержат, выкупят все, что у них надо выкупить. И вот эта система, она продолжает воспроизводить то, что противоречит закону физики. Деньги, богатство из ничего. Поэтому возникает вопрос, если эта система сама себя исчерпала, нужно вернуться к системе, при которой за деньгами стояли бы какие-то реальные ценности. Да? Потому что сегодня ни за какими деньгами не стоит никаких ценностей. Да? Ни доллар, ни евро не привязаны ни к чему, ничем не обеспечены. А деньги всех остальных государств, включая Россию, обеспечены ничем не обеспеченными долларами и евро. Вот такая вот смешная как бы ситуация. Возникает вопрос, чем же можно наполнить деньги? Первая идея, давайте вернемся к золотому стандарту. И тут приходит понимание, что лихие банкиры, понимая, чем закончится вся вот эта их история, золото практически все скупили и свезли в Соединенные Штаты Америки и Великобританию. Обратите внимание, что золотые запасы других государств тоже хранятся в Великобритании. Недавняя ситуация с Венесуэлой, когда президент попросил вернуть, значит, золотой запас. Выяснилось, что весь золотой запас Венесуэлы, и дальше, как было написано в либеральных СМИ, очень хорошо, через запятую, как и у многих других государств, запятая, хранится в Лондоне. Как бы странно, да? Как государство может быть суверенно, когда все их деньги тоже находятся в других местах. Или, например, такой нюанс. Там Ливия, Сирия, суверенные государства, абсолютно. Только деньги им печатают в Лондоне. Я имею в виду бумажные. Вопрос. Откуда у каких-нибудь террористов будут большие массы сирийских денег? Так, господи, ты боже мой. Откуда? Взяли, на кнопочку нажали, напечатали еще ящик этих сирийских денег. Сколько хотите. Раздали борцам за свободу и понеслось. То есть система построена на жестком подавлении всего мира в угоду буквально нескольких стран и их союзников. Значит, золотой стандарт, это помимо того, что золото все у них, это еще и резкое сжатие денежной массы, потому что золота столько нет. И случайно придуманы всевозможные активы, куда вкладываются деньги. Обратите внимание, там, картины, когда стали картины стоить там десятки, там чуть не сотни миллионов долларов? В последнее время. Почему-то в начале 20 века никакие ценители искусства не ценили Пабло Пикассо, или, ну, может, Пикассо в тот момент еще и не рисовал, но каких-то тогдашних художников там, в такие суммы.
Почему? А потому что просто денег физически столько не было. А потом, когда денег стало очень много, их нужно было в что-то вкладывать. И вот такие примеры создаются. Искусство. Все начинают эти деньги замораживать. Там недвижимость, игра на бирже. Это все способы замораживания излишней ликвидности. Не более того. И золота столько не существует, сколько существует денег. Поэтому, если вы вводите золотой стандарт, у вас разом, там, может быть, в десятки раз сожмется денежная масса. Что это такое? Это значит, встанет вся экономика. Ну, на какой-то период она встанет, потому что никто ничего не сможет покупать, мало денег. Значит, нужно придумать какой-то новый стандарт, который бы был бы выгоден в этом смысле нашей стране. Да? Ведь мы должны все делать не потому, что так принято, а потому что так нам выгодно. У нас большое количество углеводородов, то есть энергоресурсы. Эти ресурсы возобновляемые. Как бы ни говорили, что нефть она вычерпывается, ничего подобного. Нефть – это возобновляемый ресурс. Ученые этот вопрос уже фактически доказали. Значит, нам выгодно ввести энергорубль. Но это этап второй или третий. Вот первый этап мы должны, во-первых, национализировать наш центральный банк, подчинить его правительству. И мы в законопроекте это написали. Второе, мы должны начать торговлю за рубли нашими энергоресурсами. А дальше, уже по мере того, как мы будем двигаться вперед, возможно, я скажу, возможно, вводить какое-то обеспечение нашего рубля. Почему? Говорю так осторожно. Вспоминаем товарища Сталина. Умный человек был. Даже враги не говорят, что он был дураком. Да? Вот никто не говорит. Тем не менее, после того, как он ввел золотой рубль и противопоставил системе золотого доллара золотой рубль, его очень быстро отравили. Его дело Хрущевым, подельниками было очень быстро разрушено. То есть введение обеспеченной валюты на фоне всех ничем не обеспеченных валют – это, так сказать, объявление войны. Той силе, с которой, я боюсь, что сейчас мы тягаться еще не готовы. Николай Викторович, скажите, как вы относитесь к движению спид-диссидентов? Люди, отрицающие официальную теорию СПИДа, то, что ВИЧ вызывает СПИД. Ну, как бы еще не было доказано то, что он действительно вызывает СПИД, не было никаких сделанных фотографий. И на этих спекуляциях очень много зарабатывают денег фармацевтические корпорации всевозможные. После вашего курса. Ну, я понял ваш вопрос. Я не слышал, чтобы было вот прям такое движение отрицающих существование СПИДа. Я слышал иногда высказывания определенных людей, которые ставят под сомнение существование этой болезни. Но знаете, поскольку у меня жена по образованию доктор, и так сложилось, что она в свое время работала именно инфекционистом, то я, в общем, проконсультировался со своей женой, и жена сказала, что болезнь есть. Да? Это первое. Второе. Ну, я не могу относиться, как вы понимаете, как нормальный муж, без уважения к мнению моей супруги. Это первое. Второе. Теперь появление, вот давайте сейчас мы не будем обсуждать, есть СПИД или нет, мы видим жертвы этого, да? Мы видим, что эпидемия СПИДа вспыхнула в Африке очень сильно, и именно там львиная доля заболевших находится. Вот здесь возникают вопросы, каким образом болезнь была там распространена. И здесь я тоже слышал, не читал мнения определенных людей о том, что в Африке была проведена вакцинация. Под видом этой вакцинации было проведено, грубо говоря, заражение. Поэтому здесь очень много загадок спутано в одном вот каком-то едином целом. Что можно точно констатировать, что шумиха вокруг СПИДа сошла на нет. Да? Если мы вспомним там 10-15 лет назад, то вот просто была как бы истерия. Сейчас, видимо, эти истерии пошли быстрее. Вспомним птичий грипп, да, буквально там полгода, раз и все, и нет птичьего гриппа. Потом начинается еще какая-то болезнь, буквально месяц, все. Ничего моднее этой болезни не существует, раз и болезни этой тоже нет. Ну, все-таки вот вспомним историю человечества, не бывало так, что появлялась какая-то страшная болезнь, и больше никогда не было. Вот уходила и больше никогда не появлялась. Поэтому, скорее всего, можно говорить о рукотворности и птичьего гриппа, и других болезней. И в этом смысле возможно говорить, наверное, и о рукотворности, как бы, и других заболеваний, о которых вы спрашивали. Но, повторюсь, задача очень сложная, и все-таки я исследую больше политические вопросы, а не такие вот сугубо медицинские. Здравствуйте, Николай Викторович. Вопрос касательно смерти Сталина. Вот вы сказали, что он был
отравлен за создание золотого рубля. То есть подразумевается, что отравлен был нашими противниками, англосаксами. В то же время вы говорите, что несомненно причастность Хрущева к его убийству. То есть какая связь получается между Хрущевым и нашими противниками? А связь прямая. Через, там, знаете, как через агентов. Не то, что, конечно, Хрущев жал руку Черчиллю, а Черчилль ему пока в рукав там флакончик с ядом вложил. Конечно же, нет. Но вот отношение Хрущева к Сталину после его смерти, оно показывает какую-то бешеную ненависть. Он даже жить не хотел в тех помещениях, где жил Сталин. Там дача была построена на одном из мест, где Сталин любил отдыхать. Отличная дача, до сих пор есть, туда экскурсию возят. Так вот, Хрущев себе пристройку построил, только чтобы не ночевать там, где ночевал Сталин. Представьте, что это его, ну, шеф, его руководитель, которому он должен испытывать уважение, столько лет вместе работали. Вся карьера Хрущева, это, собственно говоря, бок о бок со Сталином. Да? Сталин его назначил, вывел в люди, что называется, и вдруг такая ненависть. Как это вяжется? Ну вот как? Представьте себе, не знаю, там, Бухарина, который люто ненавидит Ленина, вот просто ненавидит его. И как только Ленин умирает, выступает с разоблачением, значит, ленинского культа и так далее, да, это звучит странно, все-таки это единомышленники и уважение к своим, ну, в конце концов, ну, причин для уважения к Сталину-то колоссальное количество. Война-то выиграна, атомная бомба сделана, карточки отменены после войны раньше, чем в Великобритании. Ну, как бы уж кому, как не Хрущеву, который изнутри все это знает, знает, какие, как это дорого стоило и какие усилия были для этого предприняты. Поэтому Хрущев ведь не только отравил Сталина, давайте сейчас, ну, в кавычки возьмем, да, отравил. Ведь после этого были нанесены удары по всему тому, что сделал Сталин. Был расстрелян Берия, ближайший, что называется, наследник, да, вот в моем понимании, должен был возглавить страну после Сталина. Дальше уничтожена верхушка органов. Если вы сегодня зайдете на сайт ФСБ, вы там прочитаете, что все те, кто были расстреляны по так называемому Бериевскому делу, абсолютно невиновные люди и уже давно, так сказать, их оправдали. Вот те, кто как бы сейчас до сих пор в книгах наших десталинизаторов считается, значит, там исчадиями ада. Это были просто люди, которые, да, занимались не самой, наверное, чистой работой в спецслужбах, но они боролись на уровне, а может быть, даже и лучше, чем наши зарубежные друзья. И после того, как они были уничтожены, уровень наших спецслужб резко упал. Кстати, обратите внимание, всегда реформаторы наносят удар по России в несколько направлений. Это государственное устройство, обязательно обезглавливаются органы. Вспомните, что Ельцин делал. Он начал реформы КГБ, да, бесконечные, пока оттуда все не ушли. И обязательно топит флот. Это обязательное условие любых реформ в России. Видимо, наши подводные лодки и крейсера как-то мешают развиваться российской экономике. Вот американские авианосцы не мешают развиваться американской экономике, а вот российские, почему-то российской, очень мешают. Поэтому приходит реформатор, что Керенский, что временное правительство, которое немедленно заморозило всю программу строительства дредноутов, которые были заложены в 1914 году. В 1991 году пришли, все, заморозили строительство флота, оно до сих пор еще так не заработала в полный рост, потому что это очень дорогая программа. Подводные лодки строятся, да, большие надводные корабли, пока мы еще себе в должном объеме позволить не можем. И были распилены большое количество, причем новейших подводных лодок, не старых, а новейших. Ну а Соединенные Штаты Америки, как водится, любой демократической стране с удовольствием выделили кредит на покупку огромного, значит, аппарата, который, которым удобно резать наше новейшее оружие. Они всегда с удовольствием помогут нам в деле нашего собственного разоружения. Здравствуйте, Николай.